Всем большой привет! У нас наконец-таки солнце, но впервые морозно. Так что не знаю, буду ли я долго записывать, или у меня отвалятся руки окончательно. Сейчас примерно минус один. Посмеются, наверное, те, у кого там минус 10, минус 15, а то и минус 20. Скажут, что такое минус один, какой мороз. Ну вот какой есть. Утром Валю выводила в школу, было минус 8, а днем будет 3, плюс. Завтра вроде поменьше мороз, но тоже вроде остается еще. Решила поддерживать эту привычку, ходить каждый день, писать видео каждый день, наверное, не буду, потому что каждый день так прям снимать одинаковый свой маршрут неинтересно. Хотела надеть зимнюю куртку, а она в машине. Иду вот в этой. Она такая классная, что ее можно носить вот в такой даже небольшой мороз, несмотря на то, что она короткая, но она такая непродуваемая. Супер куртка. Американцы, походу, боятся морозов. Площадка пуста. Вчера не было мороза, вчера было просто пасмурно, плюс 7, но так неприятно, тоже их не было. И сегодня нет, снова я одна хожу тут. Ну вот, видите, голубое небо. Ветра нет, так что супер. Мороз так не сильно ощущается. Постольку-поскольку. С Валей из-за этого мороза поссорились утром буквально. Я ее накануне предупреждала. Говорю, все, холодает, надо будет одеваться эту неделю. Так, я опять против солнца. Вроде как так, полудоговорились. С утра снова. Ее подруга, дело в том, что вчера было плюс 5, плюс 7. Но я говорю, дрянная такая погодка была. Она пришла в майке и гулять умудрялась в майке. Ну, то есть учителям, я так полагаю, как правило, все равно, в чем дети гуляют. Поощряется, типа, наверное, самостоятельность. Типа, они должны сами отвечать. Заболели, так заболели. Ну, это я так рассуждаю. На самом деле, не знаю. Ну, вот, от Вали периодически слышно, что я буду одеваться. Ну, вот это вот, ведомость такая, что я буду хуже всех. Все вот так одеваются, а я вот так. И, в общем, с утра нам надо быстро спешить. А она не хочет ни куртку теплее надевать, ни леггинсы я ей тонкие подготовила под штанишки. Потому что они на площадке гуляют. А утром вообще температура, то есть минус 8, минус 7. Ну, задница замерзнет. Оно и надо девочке. Кинулись ботинки надевать такие более-менее утепленные тоже. Тоже не буду, в результате пошла в кедах. Причем мы вообще опоздали. Мы пока я сражалась с этими кедами, ботинками, муж кричит: автобус! Благо у нас перед окном автобус. Видно и слышно, он так с характерным скрипом прибывает. Муж кричит: автобус, автобус! Мы побросали все эти дурацкие ботинки, она побежала в кедах, еле успели. Потому что автобус сегодня внезапно приехал раньше. То его вообще нету, и опять программка сломалась, так что мы заскочили еле-еле. Но не мы одни единственные опоздали, там еще с нами поопаздывала два человека. Потому что, говорю, неожиданно автобус. Сейчас покажу, какой у нас морозец. Вот, чуть-чуть подморозило совсем. Остатки мороза. Птички опять веселятся, рыжие. Вообще мы тут раздольем. Скачут по полю. Только одного спортсмена встретила. И все, все попрятались. Это классная погода, вообще супер. В общем, Валя окончательно забыла, как она в Ростове одевалась при
холоде. У нас же были морозы. И штаны поддевала, двойные там колготы, шапки, всякие там эти ботинки теплые. Сейчас вообще расслабилась. Плохо на нее влияют одноклассники, которым жарко. И Валя пытается им соответствовать. Средние дети такие же, Паш тоже. Фиг заставишь что такое надеть потеплее. Учитель прислал в началку, ну вот, по Валиному второму классу программу, чем они будут заниматься на этой неделе, я потом покажу. Сейчас скажу только то, что запомнила. Опять у них будет так, ветерочек. Опять у них будут уроки по экономике. Интересно, они будут проходить великую рецессию и пандемию. Но имеется в виду, наверное, какое-то влияние, которое пандемия оказала на экономику, я так думаю. Великая рецессия. Это интересно. У меня старшие дети, наверное, не знают, что это такое. Не то, что я до конца не разбираюсь, не то, что Валя. Так что Валя наша будет опять спать на уроках. Потом они проходят какую-то книгу про динозавров, про раскопки, которые были сделаны здесь у нас в Северной Каролине. Я даже этот материал распечатала. Учитель дал ссылку. Я распечатала на русском перевод. Почитаем. Хотя бы она будет в этом разбираться. Про рецессию я даже не знаю. Стоит ли с ней говорить или не стоит. Это, по идее, какой-то должен быть детский язык для объяснения. Ну, ее эту рецессию, не знаю. Плюс по математике они сейчас проходят доллары, центы и как ими рассчитываться. И время определять по разным видам часов. Цифровые часы, такие часы. Вот и все. И еще анонсировали, что у них будет что-то типа магазина на День Святого Валентина. Что-то такое тоже опять нужно купить там, принести разную бумагу. Они будут делать открытки, какие-то поделки и тоже изучать экономику. Какие-то продажи на День Святого Валентина. В общем, вот так. В школе не скучают. Но мне интересно, конечно, зачем они... Ну, даже не то, что зачем. Экономику изучать, я так понимаю. В Америке капитализм. И вот изучение экономики начинается, наверное, у них уже с детского сада. Вот они то ходят в магазин, покупают. То есть людей вот так, детей приучают потихонечку учиться, тратить деньги, ну и зарабатывать, потому что они же проходят всякие тоже бизнес-проекты и профессии, и разрабатывают всякие вот бизнес-проекты, как зарабатывать, кем быть, какой бизнес открыть. Пустошь Смауга практически. Никого. На днях тут хотя бы мужик с собачкой прогуливался. Вот это же... А, вон, вижу человека. Все-таки вот там кто-то ходит. Там либо рабочие, потому что здесь стройка, либо спортсмены. Стали мне такие дурацкие сны сниться. Два дня подряд снятся. Вообще кошмар. Эту ночь вообще заснуть не могла. И у нас в квартире так было прохладно из-за того, что минус 8 на улице, а стены вообще не пойми из чего. Поэтому топились в первый раз всю ночь. Ну, то есть там ставишь, выставляешь температуру нужную. Мы выставляем где-то 77-78 по Фаренгейту, и оно протапливает, потом отключается само. И так оно всю ночь регулировалось. Здесь большое поле, солнце светит, можно отогреться. А то я пока бежала, у меня уже руки все замерзли. Телефон держать, видео писать. Здесь солнышко. Сейчас прогреюсь.
Я детей так еще, да, вспоминаю, смотрю на вот это поле спортивное, бейсбольное, и вспоминаю, что детей так и не записала на футбол через месяц тренировки. Я так посматриваю, мест еще много, 200 мест и у Паши, и у Тимофея, так что я думаю, успею записать, но надо бы поторопиться. Откопать где-то 300 с чем-то долларов и записать их. Напоминает сказку «Не бросай меня в терновый куст» или «Поющие в терновнике». Такие заросли колючие. Плов такой классный вчера получился в мультиварке. Так что я очень благодарна тем, кто мне подарил мультиварку. Вадиму с Натальей. Не знаю, смотрят или нет. Еще раз спасибо. У меня в планах замутить холодец там. Я раньше делала холодец в мультиварке, в скороварке. Это еще лучше получится. Единственное, я не знаю, где здесь копытами обзавестись. Или чем-то заменить их, я не знаю. Ну, желатин, наверное, придется подсыпать по-любому. В русский магазин за копытами я точно не поеду. Фиг знает, куда тащиться. Холодца хочется хоть немножечко. Я единственное его лопаю. У меня традиция на Новый год холодец делать. А в этом году не делала. Сейчас у меня теперь есть мультиварка. Я с удовольствием попробую приготовить. Дети вчера тоже плова налопались. Давно хотели. И меня любят. Ну, это опять же такой плов. Не для ценителей такого плова. Супер такого узбекского. А, лайтовая версия его. Для любителей лайт плова вообще супер. В инстапот вот эти все специи, которые кладешь, и они как-то там... Ну, вот этот плов лучше впитывает все вот эти ароматы, все запечатывается лучше, чем в кастрюльке, когда варишь. Что значит, когда женщина балбесничает, и ей не о чем говорить. Уже и о плове поговорила, и о Вале, и о школе, обо всем. Я подхожу к трейлу, я думаю пробежать по трейлу. Тому трейлу, на который я когда впервые зашла, маленько испугалась, потому что кругом деревья, никого. Как-то таких замкнутых пространств боюсь, когда можно идти только вперед и назад. Ну, пойду схожу. Вон там, через мостик, еще чуть-чуть пройти, и Валина школа будет, в принципе, недалеко. Но пешеходки нет, как всегда, что не новость. Так, может быть, добежала до Валиной школы, посмотрела, что там и как. Но здесь обрывается дорога, только вот на трейл можно пройти. И все. Кстати, начали надоедать мои маршруты, вот, по которым я хожу постоянно. Вроде красиво, но, что называется, зажралась, видимо, я. Потому что нету, вот, знаете, такого какого-то маршрута или, как это сказать, такой местности. То есть мы живем в такой местности, где все маршруты как бы закольцованы. Ну, то есть можно в одну сторону пойти только докуда-то, все, стоп. Можно в другую сторону пойти тоже докуда-то и тоже дальше уже все. Нет такого, что можно в разные стороны ходить и во все места. Я, в принципе, об этом уже говорила 100 раз. Но вот, когда начала опять активно ходить, опять поняла, что у меня не очень-то такой большой выбор. Я могу пойти либо вниз на озера, либо в парк. А туда, куда хочу, в какую-нибудь другую сторону, там пешеходки нету.
и до магазина все-таки хотелось бы доходить. Сегодня думала добежать до Гудвилла. Я бы, наверное, вот как я иду, такое же количество времени, в принципе, я бы дошла и до Гудвилла. Но здесь поинтереснее, здесь природа. В Гудвилл идти, там машины прям рядом несутся, шумно. И как-то нет такого отдохновения, как здесь. Здесь такое единение с природой происходит. Был бы Гудвилл поближе, я бы там, наверное, вообще отрывалась. Конкретно копалась бы. Что непонятно многим. Многим смотрящим людям. Как можно в старье всяком копаться. Но мы не будем об этом говорить. Мы об этом уже говорили. Мы, это в смысле я. Вот, какая прелесть. В прошлый раз, когда я шла, было как-то жутковато, потому что вот эти деревья, они были еще зеленые и нависали над дорожкой. И было ощущение действительно вот такого замкнутого пространства. Узкая дорожка только туда, обратно и все. А сейчас здесь просторно, и дома видны, и дорога видна. Или не видна, что это такое коричневое, не знаю. Ну, в общем, сейчас больше простора, и как-то не так стрёмно идти. Птички поют. Сегодня в 7 утра меня птички разбудили. У нас классно, что время переведено, и у нас 7:30 уже светло, уже солнце практически. Но зато темно вечером. Ну, сейчас будет уже день расширяться. Уже потихонечку расширяется. Скоро можно будет опять гулять с Валей после школы еще вечером. Если она будет хотеть, конечно. Я себе решила заказать на Амазоне себе и Вале. Думаю, вдруг она тоже захочет алмазную мозаику. Такую простенькую. Думала себе заказать. Потом вспомнила, что обычно сядешь, что-то такое делать, и Валя. А мне, думаю, может присоединиться, и будем с ней собирать, делать эту мозаику. Я вообще не любитель, но подумала вечером, или когда будет там свободное время, можно посидеть. Успокаивает. Я сегодня, кстати, успокаивалась уборкой. У меня когда плохое настроение, стресс какой-то такой приходит. Я думаю, у многих так, женщин, они находят себя сразу в уборке, начинают все начищать, бегают по всему дому с тряпкой. То есть это стресс такой. У меня так, по крайней мере. Может, есть кто просто любит это дело. Я не особый прям фанат уборки и не живу с тряпкой. Я лучше займусь чем-нибудь другим. Либо почитаю, либо English поучу. Даже готовить интереснее, чем убирать. А когда стресс какой-нибудь придавит, ну, плохое настроение, бегаешь с тряпкой, думать особо ничего не надо, трёшь, моешь, и стресс как-то проходит. Вон, видите, лед поблескивает, заморожено. Вообще здесь классная тишина, никого нет. Но только в кустах штук 5-10 белок, а так никого. Где-то там плавают. Ко мне что-то никто не хочет подплывать. Обычно они клянчат. Скорее, скорее. Как увидят человека, так сразу. Просят покушать хлебушка. Сейчас что-то нет. Но здесь вот такое вытекает.
ручейки. Лучше фобазола. Прошлась вообще опять класс. Настроение поднялось. Вчера себя полечила прогулкой. Сегодня супер. А то опять жалуюсь, что никуда пойти нельзя. Люди не любят, конечно, когда я начинаю сравнивать Россию. Но я сравню свое место жительства, где я жила. Просто если бы я в Ростове куда-то пошла, то я бы пошла мимо частных домов. Потом магазины, потом рынок. Мы жили в Нахичеване, я уже говорила, в центре практически Ростова. Ну, там, конечно, жизнь кипит. Автобусы едут, машины. Загазованность, по Садовой пройтись. Ну, все это по Пушкинской, все это, конечно, здорово, но отдохновения нету. Просто пробежаться хочется и здесь, да, среди людей. Но вот здесь именно вот какое-то такое единение происходит, и все мысли куда-то вообще пропадают. Солнце, даже не в солнце. Вчера я без солнца гуляла, вроде пасмурно, и все равно водичка, пруд, все это убирает весь негатив. Так что, наверное, нельзя вот так жить, чтобы и на природе, чтобы и гулять вот тут, где летают стервятники сейчас. Здравствуй, стервятник. И бегать среди людей. Ну, то есть, чтобы в магазин бегать и возле озера гулять. Сложно, наверное, такие места вообще найти, чтобы все сразу было. Там есть цивилизация, там есть люди, машины, загазованность, дома. Это надо куда-то уезжать. Так не погуляешь каждый день, конечно. Потому что надо выбирать либо то, либо то. Все сразу не получится. И опять же, не везде погуляешь. Даже если будешь жить где-нибудь вот в таком месте, где прудики, лесочки. Не везде рискнешь вот так один гулять. Женщина одна не пойдет в лес, наверное, гулять. Может, отважная какая-нибудь пойдет. Так, против солнца. Я не пойду. А здесь можно. Пока что. Пока что никаких плохих случаев не слышала. Ко мне, кстати, плывут. Я пошла. Ничего у меня нет, утки. Ничего нет. Сори. И там еще один антидепрессант шуршит. Вот она. Белочка. Белочка обыкновенная. Ну ты посмотри. Сори, но нет. Тем более вам хлеб вреден. Следите за фигурой. Домой пойду через дома. Не очень люблю так ходить. Там такой холмик, подъем. Ну и не так красиво. Но через вот этот трейл я уже не пойду, потому что огромный круг. Я очень долго шла по нему. Прям очень долго. Обычно на обратную дорогу меня всегда не хватает. Я уже здесь иду с одышкой такой нехилой. Плюс еще подъем. Внизу с удовольствием погуляла, здесь уже все, на последнем издыхании в ряду. Все, я уже прибыла домой на обед, прямиком на обед. Сейчас поедим супа с мужем, и дети начнут подтягиваться домой. Возможно, что-нибудь придется сегодня испечь. По-моему, ничего к чаю нет. Посмотрю. Если хороший рецепт попадется, поделюсь с вами.